Всем привет! Поиграем в игрушку под названием Einar Chains, вроде так называться. Какой-то тут непонятный сюрреалистический мир. Всюду мрак. Какие-то секты. Какие-то зомби везде. В общем, непонятный, что тут происходит. Множество каких-то там ловушек, капканов. Что тут по управлению по игре посмотреть? Выбора кнопок нету. Только какие поставлены по умолчанию, те есть. Настройки вообще минимальные. Можно поставить низкое, либо высокое, среднего нету. Играть будем на низком, потому что капец, как она сжирает производительность. Можно поменять язык, лимит видеокарты, память. Ну и минимальный набор звуков. Поехали в новую игру. Начните свой путь по мрачному и таинственному миру. Да, тут таинственности хоть отбавляй. Пойдем смотреть, разбираться, выбираться. Да. It was born at the dawn of consciousness. Она родилась на заре. Она развивалась and grew в идеальном симметрии с человечеством. Она до сих пор растет как паразит. Like a parasite. Нет, гидра не подняла вновь свои головы. Они всегда были подняты. Гордые, исполнены ненавистью, гипнотизирующие, погружающие транс-глаза, питаются стихами и страхом личностей. Мудрецы древности назвали их четырьмя князьями зла. Слав рабов почитали как мессии, спасатели человеческих душ, как путь истину и жизнь. Много раз они меняли свой облик, чтобы обманывать и разочаровать, и менялись в ответ на любые попытки обитателей планеты защитить себя. Где прячется гидра? You won't find it ее не найти среди этих тротуара. На улице города, ни в катакомбах, ни под камнем. Who didst create it but human hands and thoughts and words and deeds? It's deep inside each one of us. For the dark is one. У нее много обликов. Мы ее создали, но не смогли справиться. Она поработила нас и теперь нас воздаст за нашей болью и страданиями. Твое путешествие ведет тебя в глубочайшие лабиринты твоей души. К самому сердцу тени. Тебе придется бросить ему вызов, чтобы разорвать внутренние цепи. The inner chains.
небольшой такой повествовательный ролик, что тут происходит. Что-то тут все почернело. Где мы тут очутились? В каком-то склепе. На руке какая-то непонятная повязка. Можно бегать на shift. Точно, склеп. Ты кто? Светлячок. Вот это мир. Всюду мрак. Свечки всякие тут непонятным богами или кто тут. А тут больше походит на кладбище. Эй, ты кто такой? Никакого оружия нету. Тут непонятно, что произошло. Он куда-то убегает. Игра сделана на движке Unreal Engine. Наверное, четвертый. Графика на минимальном. Если поставить на максимально, будут просадки кадров от 15 до 25. В общем, неиграбельно. Тут тоже люди молятся. Какой-то мумии. Горы какие-то сделаны из костей каких-то. Больше походит на какой-то воображающий мир. Чё такое? Какие-то вовсе кометы падают. Указатели стоят. О, зомби, дайте мне пушку. Чик. А, по голове ему. Это что за хрень? Из Half-Life'а сперли. О, она дерется. Жизни нету, жизни восстанавливаются, походу, если где-нибудь отсидеться через какое-то время. Кометы падают, молнии сверкают. Тут картинка какая-то. Идет вождь какой-то, и за ним люди идут. Приветствую тебя, незнакомец. Он показывает рукой. Какую-то штуковину. Чё это за штуковина? Кондуктор. Типа билетик проверили. Пойдем дальше. На концерт. А вот тут какой-то концерт идет уже. О. У него какая-то интересная пушка. Ему надо гитару дать, чтобы он тут музыку сплясал. Ну что тут за руки?
разговаривают на каком-то непонятном языке. О, что-то у меня он запыхался. 10 метров пробежал. Все что-то тут ходят, непонятно чем занимаются. Так херня какая-то. Нельзя и рядом с ней близко проходить. Тут любой куст так и хочет сожрать тебя. Ух ты, там что такое? Какие гигантские постройки. Куст, нахрен. Обойдем тебя. Что он сделал? Он... Ему что-то на башку прилипло, эта херня. Нажмите Е. Чик. И? Что тут делать? Кино показали. Шлем. А это был шлем виртуальной реальности. Ух ты. Наверное, лучше туда не падать. Заснеженные горы. Опять это штуковина. А, сейчас, блин, а, не успел. Так херня дотянулась. Что тут вообще происходит? Чик, проверка. Проверка пройдена. Идем дальше. Эй. Кто тут кричит? Ну точно, Half-Life какой-то. Наверху эти штуки висят. Сожрало. Ого-го-го. Ладно. Надо еще на потолок смотреть. А то сожрет, не заметишь. А где остальные буквы? Мне кажется, тут делать нечего, пойдем дальше. Они тут кому-то молятся. Ну ладно, хоть по слизи видно, что тут сожрать могут. Чик. Кажется, эта херня выплюнула его. Да как она достала? Где пушки? Куда-то иду. Приветствую тебя. Чё это на картинке там нарисовано?
Что-то тут делать надо. О, тут же махать можно. Звук как от пуль. Рикошет. А этих он не трогает. Голодушкой. Да что тут делать надо? Ему что-то дать, наверное, надо. Руку пустую протягивает. Или обойти. А если наверх? Или камень взять? О, костер горит. Пятки поджарились. Да на какую кнопку тут что сделать? Подсветите камень. Может, камень какой-нибудь взять. Сюда не запрыгивал. А это что на земле нарисовано? А, его что-то мигал. Кажется, это то, что надо. Вот. У меня есть билет. Проходите. Подземный храм. Конечно, тут читать бесполезно. Все у них. В звездочках. Куда идти? Чё, к этим идти? Или здесь спуск? Нажми на кнопку, и тут какой-то крестик появился, непонятно. Опять непонятная загадочная надпись. Пока вообще ничего не понятно. Куда-то идем, идем, идем. Ну, детализация-то тут неплохая. Куча всего. Дайте мне противогазус. Тут дышать нечем. Здоровенные ворота. Это максимальная скорость, с которой он идет. Может, за дверью газ не будет действовать. Ну, неужели опять подземное царство? Внизу кипит лава.
Плохо, что не сделали настройки графики. Хотя бы можно было бы все повыключить, да, текстуры хотя бы на среднее поставить. А тут ни хрена, тут выбора нету. Либо минимум, либо максимум. Чем вы здесь занимаетесь? Просвещают, что ли, кого-то? Какая у него маска? Посмотрел на тот камень, который на улице валялся. Надо что-то отведать. Вкусненько. Бодрящий напиток. Монитор даже поплыл от этого напитка. Все, можно дальше идти. Отлично. Ох ты. Какие тут закручивания идут. Лучше по бокам не смотреть. Смотреть лучше в центр. Да блин, тут опять очередь. Куда они тут все идут, непонятно. В дыру куда-то улетел. Где это мы? Улетел в какую-то дыру и оказался непонятно на каком-то тут. В жутком лесу с корявыми деревьями. Блин, я же вздрогнул. А я ему деревья-то приснились, кажется. Вот она, дыра, в которую провалился. Этому не повезло. Что за херня тут творится? Дайте мне палку какую-нибудь, чтобы отмахиваться. Ну ладно, отмахиваться будем уже в следующем видео. На этом пока, остановимся. А вы оставляйте свои комментарии. Всем пока и до новых видео.